Алымқадыр Бешиналиев. Мен соттың чечимине мақул эмесмин. Бүгін 4-ші июнда Октябрь райондық сотунда Алымқадыр Бешиналиевтен бөгөт чарасы қаралып, бір айға қамақта қалдырылды. Мен соттың чечими менен мақул эмесмин деди ал. Алымқадыр Бешиналиев 2-ші июнда башқа прокуратура тарапынан қармалған. Аға жете қылмыш іші қозғалғаны малым болған. Бүгін 4-ші июнда ал қызматынан уақытылуу четтетилди. Булак Серепкежи. Алымқадыр Бешиналиев, Курманқұл Зулушев, мені қаматам деп қысым көрсеткен. Бүгін 4-ші июнда Октябрь райондық сотында Саламаттықты сақтау министрі Алымқадыр Бешиналиевтен башқорғу чарасын анықтау бойынша соттық отырым өтті. Алымқадыр Бешиналиев журналистерден сұрауларына жауап беріп жатып, аға қарата ашылған қылмыш ішінде башқа прокурордың тиешесі бар екенін білдірді. Январь айында травматология бөлінді, ремонт іштерін жүргізуді, кемчеліктер болған. Мен аны президентке дағы көрсеткенмін. Кейін аны менің балдарым жасады. Анан кейін Испанқұлов менен чатақташып кеттім. Ошондо Курманқұл Зулушев мені қаматам деп қысым көрсеткен деді Бешиналиев. Я так думаю, что то, что говорят следователи о том, что не надо было покупать эту вакцину, я так думаю, как министр, что была вовремя куплена вакцина, и многие жизни предоставцев в ней сохранились. Смотрите, вас, вы 2 июня встречались с президентом Садыр Нурходжиевичем, и после обеда вас задерживают. Да. Как считаете, это кто-то может стоить, это политическое дело уголовное или что? Я же говорю, что с января месяца, когда был ремонт Московского Лагминенко травматологического центра, там не была получена объективная причина стройки, они обвинили меня. Но, с другой стороны, с участием президента Садыра Нурходжиевича мы доказали, что там недоконченные ремонты, недокончила какая-то 30-40%, остальные сделали мои ребята. Это у Зулушева есть, и он тогда мне пригрозил, что он меня посадил. Я тогда сказал, если есть какие-то аргументы, то посадить. То есть вы считаете, это личная неприязнь? Да, и Испанқұлов, который Испанқұлов я начал, этот, вы помните, за счет Испанқұлова то, что я сказал, какой его не есть, и он мне дал предупреждение и внес кабинет министров премьер-министра Кулбекджапарова об снятии местной должности. О, 54 миллион сізге айып койоткан бойынша Кулбекджапаров постановление кол койуп тур да тапшырма берип тур заключатель деп. Ошондо кимдин тапшырмасы менен негизи кандай болгон ошо 54 миллион? Республиканский штабта когда нужно было вакцинации, республиканская штабная начальника Бакашева, это была Жылдызкы Меловна, и везде экспертная группа ушла в Чечкен. Вакцина воинча именно да, республиканский штаб Чечкен. Да, а мы 18 апреля козголгон по факту Новиков, Марипов воинча козголгон иш менен сизди сурака чакырды беле? Жок. Чакырган эмес, бул 1.5 миллиард боюнча. Вакцинаны баягы Кытайдан келгенде Синофармды Улукбек Марипов менен чогуу тосуп алгансыздар аэропорттон. Ошо видеонун кыскасын тармакка чыгарып да. Ошондо бул чечимдин аркасында кабинет министри турган. Кабинет министри турат. То есть по вакцине вот этой в 1 миллиард ущерба стоит за всем этим Акубек Усимекович Джапаров? Я правильно понимаю? Там ущерба нету. Ну, там, приказ, ущерба нету. Там мы покупали по дешевости. Потому что мне сказали, что Марипов, Акашева договорились с китайской стороной, одной дешевой семье, и мы получили эти вакцины и вовремя сделали вакцинацию нашим людям и спасли очень много человеческих жизней. По заявлению вашего заместителя по вымогателю. Как? Что скажете? Ваш заместитель заявил о том, что вы помогали миллион. Я так думаю, что его заставили. Он не такой уж плохой. Кто мог заставить? Ну, вы, наверное, когда следствие будет, вы, наверное, поймете. Мне сильно не имею в виду. Сидите, адвокат Тарас Бенджол Тубетте.
2 күн, 2 күн кайда болду? Сурап болду, 2 күндөн бери сурап болду. Канча саат сурады? Көчөгүн саат 9:00-дан 6:00-га чейин сурашты. А эмнеге протоколдо 9 мүнөт эле көрсөтүлүп жүрөт? Ооба. Билбейм ансын. Э? Бак. Не, вы считаете, вот, что отстранение Зулушева вас от должности со стороны президента правильным, объективным? Правильным, объективным, потому что для следствия это нужно. То есть для вас это было важно, да? Да, потому что в течение 5 месяцев Генеральная прокуратура проверяла все наши деятельности, 7 прокуроров. А лекарства ваши? Будет минут 20 хотел бы. Амкадыр Сайрадинович, вот у вас лекарства, да? Зулушев. Президенттин ар бир кабыл алган чечими аткарылууга тийиш. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору кызматынан тергөө мезгилине убактылуу четтетилген Курманкул Зулушев өзүнүн соц тармактагы баракчасында билдирүү калтырып, жарандардын кайрылууларына жооп берүүнү туура көргөндүгүн жазды. Урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздердин кайрылууңуздарга өзүмдүн баракча аркылуу жооп берүүнү туура көрдүм. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин кабыл алган буйругу талкууга жатпайт. Анткени өлкө башчысынын ар бир кабыл алган чечими аткарылууга тийиш. Калыстык бул ар бир адамдын абийир соту. Мен дагы эч качан калыстыктын таразасын акыйкаттын ташы жок тарткан эмесмин. Кандай иш болбосун тактап, мыйзам чегинде баа берип келемин. Жөнөкөй жарамбы, мамлекеттик кызматкерби, мыйзам баарына бирдей. Менин милдетим мыйзамдардын так жана даана аткарылышына көзөмөл жүргүзүү деп билдирүү калтырган ал. Эске сала кетсек, президент Алымкадыр Бейшеналиев жана Курманкул Зулушевти тергөө мезгилине ээлеген кызматтарынан убактылуу четтеткен. Белгилей кетсек, буга чейин Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Башкы прокуратура министрге карата 7 кылмыш ишин козгоду. Ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинин дагы 3 кызмат адамы коррупцияга шектелип кармалды. Андан тышкары, башкы прокуратура Саламаттык сактоо министри түзгөн келишим казынага 55 миллион сом зыян келтиргендигин билдирди. Булак кабар кечи. Гүлбара Ишенапысова бир айга УКМКнын абагына камалды. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова 2 июлга чейин УКМКнын абагына камалды. Мындай чечимди Бишкек шаарына караштуу Октябрь райондук соту чыгарды. Жактоочу судьядан Ишенапысованын ден соолугуна, ошондой эле балдарын жалгыз тарбиялап жатканына байланыштуу үй камагына чыгарууну суранган. Судья чечимин окугандан кийин Ишенапысова көзүнө жаш алды. Башкы прокуратура коронавируска каршы вакцина сатып алууда коррупцияга жол берилген деп кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында 2 июнда Саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Улукбек Бектурганов, республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова, Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармек жана медициналык буюмдар бөлүмүнүн жетекчиси Султан Сатарбеков кармалган. Ошондой эле Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев да бул ишке катыштыгы бар деп шектелүүдө. Бүгүн 4-июнда Октябрь райондук сотунун чечими менен Бейшеналиев 1 айга, Бектурганов 2 айга УКМКнын абагына камалды. Булак баракелди. Кызматтан алынган Улукбек Бектурганов 2 айга камалды. Саламаттыкты сактоо министринин мурдагы орун басары Улукбек Бектурганов 2 августка чейин УКМКнын абагына камалды. Мындай чечимди Бишкек шаарына караштуу Октябрь райондук соту кабыл алды. Башкы прокуратура коронавируска каршы вакцина сатып алууда коррупцияга жол берилген деп кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында 2 июнда Бектурганов, республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова, Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармек жана медициналык буюмдар бөлүмүнүн жетекчиси Султан Сатарбеков кармалган. Ошондой эле Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев да бул ишке катыштыгы бар деп шектелүүдө. Бүгүн 4-июнда Улукбек Бектурганов Саламаттыкты сактоо министринин орун басары кызматынан алынганы белгилүү болду. Булак баракелди.